Если мы с вами рассмотрим вот указанные компоненты, а именно такие вот компоненты, которые на текущий момент известны и предлагаемые нами, то мы можем построить следующую схему. То есть, если мы говорим о ERP-3 системах, то, конечно же, базовым функционалом в этих системах будет являться программное обеспечение, соответствующее стандартам ERP-2, BI, MES и SCADA. Это базис. Дальше, для того, чтобы взаимодействовать с элементами индустрии 4.0, а именно роботизации, больших данных, блокчейн, виртуальной реальности, интернета вещей, значит, будет использоваться интеграционная шина, либо такой middleware, то есть промежуточное программное обеспечение, которое позволит сопоставить между собой базовый функционал и вот этот вспомогательный функционал соответствующей индустрии 4.0. То есть мы не видим здесь вот такой явной закономерности, что компоненты индустрии 4.0 должны обязательно лечь в основу существующих стандартов, как то ERP-2, MES, SCADA или BI. Нет, они не будут включены, но они будут подключаться за счет использования промежуточного программного обеспечения.